Дождались лыжи, сноуборды и снегоходы. В первый уикенд Нового года на белорусских зимних курортах настоящий аншлаг. Так только горнолыжный комплекс в Логойске принял сегодня более 1000 отдыхающих. Напомню, именно этот курорт признан российскими туроператорами одним из лучших среди государств Содружества. Можно здесь встретить и гостей из более отдаленных стран, например, Южной Кореи. Эту субботу в Логойске провела и Анастасия Бендисюк. Уикенд сезона 2016. Сказка, которую ждали весь декабрь, стала реальностью в канун Нового года. Долгожданный снег для любителей зимнего отдыха – поистине приятный подарок. И вот тонны оливье съедены, килограммы мандаринов очищены. Можно брать новую высоту. Вот это кресельный подъемник. На нем за 7 минут можно подняться на 82 метра. Пассажиропоток до 2000 человек в час. И вид, нужно сказать, здесь ну просто нереальный. С Новым годом! И пусть до высоты австрийских, итальянских или французских Альп далеко, высота сервиса на уровне. Атмосфера праздничная, хозяева гостеприимные. Традиционные характеристики отдыха на белорусских курортах. Отметили это и в России, выбирая среди стран Содружества. Лидером стал Алтайский край. Мы третьи. Таково мнение туристического портала и одного из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире – Forbes. Мы приехали к вам из Калининграда, мы приезжаем уже несколько раз. Нам очень здесь нравится. Ради этого сюда приезжаем. Да, ради этого сюда приезжаем. Пётушку навещаем и сюда. Нет, очень хороший склон и, в принципе, для опытных есть, и для начинающих, как мы. Белорусская Швейцария готова предложить сразу несколько горнолыжных курортов, причем не только столичного региона. Склоны только сегодня опробовали 1000 человек. Супер! Ждали очень долго снега и очень долго ждали зимы. Наконец-то называется. Все удовольствия в одном флаконе. Трассы хорошие, обслуживание хорошее и цена немаловажна. В Италии снега нету, да, в Альпах. А у нас вот мороз замечательный. Больше людей становится, все больше катается на сноубордах, на лыжах. Все больше людей начинают понимать, что за здоровье, будущее и их здоровье на самом деле за активным спортом. Приезжают покататься сюда целыми семьями, причем для большинства это уже такая добрая зимняя традиция. Я катаюсь на лыжах с 3 лет, и мне это очень нравится. На суперборде лет 15-17 даже, наверное, на лыжах, на борде, ну и детей приучаем. Тут очень классно, мы тут уже много раз были, и тут разные горки, очень хорошие склоны. Всего в Логойске 5 освещенных трасс общей протяженностью 4500 метров. Открыты пока, правда, только 4-я и 5-я, но уже в ближайшее время станут доступны и остальные. Для новичков учебный склон на 120 метров. Здесь же можно воспользоваться услугами профессионального инструктора. Здесь склоны все построены именно так, чтобы человек, который захотел научиться кататься, получал на разном уровне нужную горку. А еще карета или, что привычнее, снегоход. А вот для самых маленьких веселая ватрушка. Это вот интереснее, чем это. Вот тут вот надо вот еще вот так вот ехать. Ну, а на лыжах надо еще там научиться. Немало среди туристов, спортсменов-любителей не только из Беларуси и России, но и из Украины, Польши и, внимание, Южной Кореи. Говорят, специально к нам на Новый год приехали. Ну и куда же без снежных забав. Правда, застать нам удалось их только за горячим супом. Уж больно суровый. Им зима наша кажется. Никто нас не научили, просто мы узнали раньше, нам понравилось. Белорусская кухня нравится, за этим тоже сюда? Да, конечно, наша, выбачу, но нравится. Картошку. Продлится горнолыжный сезон, как надеются и организаторы, и отдыхающие курорта, до марта, а то и дольше. Ведь декабрь погода у нас уже забрала. Причем покатушки здесь пообещали и ночью. Анастасия Бенедисюк, Тамер Малак, телекомпания СТВ.